ранку. Свіже повітря, інтенсивні вправи – ідеальний початок для гарного продуктивного дня. Сьогодні продовжуємо займатися йогою. Нам цьому допоможе тренер з йоги Дмитро Жук. Доброго ранку вам! Які саме вправи підготував для нас сьогодні? Доброе утро, друзья! Доброе утро, Татьяна! Сегодня мы продолжим заниматься йогой на природе. Выполним комплекс упражнений для укрепления мышц кора. Мышцы кора стабилизируют работу таза, бедер и позвоночника. Исходное положение – лежа на животе, руки вытягиваем вперед. Выполняем следующее. Мы крест-накрест выполняем поднятие левой руки и правой ноги вверх. Опускаемся. Правая рука, левая нога. Опускаемся. Левая рука, правая нога. Опустились. Правая рука, левая нога. Максимально высоко. Поднимаемся. Восстанавливаем дыхание. И ложимся на спину. Исходное положение у нас лежа на спине. Руки в стороны. Ноги поднимаем на 90 градусов над полом. Носки натягиваем на себя. На выдохе отрываю лопатки от пола, правой ладонью касаемся левой стопы, на вдохе опускаемся, выдох, левой ладонью касаемся правой стопы, опускаемся. Правая ладонь, левая стопа опустились, левая ладонь, правая стопа опустились. Выдох, правая рука, левая нога опустились, выдох, левая рука, правая нога опустились. Сгибаем ноги в коленях, ладонями обхватываем колени. Перекатываемся вперед. Следующее упражнение. Исходное положение. Верхний упор или планка. Ладони должны быть под плечами. Стопы на ширине таза. Носки подворачиваем. Поворачиваемся влево. Левую руку поднимаем вверх. Взгляд переводим на левую ладонь. Исходное положение. Поворот вправо. Правая рука вверх. Взгляд на правую ладонь. Исходное положение. Влево, левая рука вверх, исходное положение, вправо, правая рука вверх, исходное положение. На этом заканчиваем наше упражнение, садимся на коврик. Итак, этот комплекс нужно выполнять 3 круга по 10 раз каждое упражнение. После выполнения этих упражнений вы будете красивы, здоровы и счастливы.